Мам, ты должна снимать нашу капсулу времени, а я должна снимать цифровой альбом. Просто скажи это, Тим. Дженнет Салливан, Бриэн Инал, Центральный канал. Я хотела поговорить с вами об исчезновении Кэти. Ее годовщина в этот четверг. Прошу прощения. Простите, вы в порядке? Кэти! Уверен, все будет хорошо. Позвоним агенту Хоргану утром. Самое главное, что она дома. Где вы пропадали? Простите. Кто вас похитил? Что случилось? Почему вы не звонили? Расскажите, вас не обижали? Сейчас. Она ни слова не сказала после возвращения. Мы потеряли его, когда он вышел на тротуар через парковку. Там камеры не установлены. Хотите сказать, вы не знаете, кто он и куда он ушел? У нас есть фоторобот, что вы составили, и мы пытаемся его вычислить. Кэти, я хочу попробовать технику расслабления, что мы попробовали на той неделе. Помнишь? Прости меня. Прости за то, что я сказала тебе ранее. Поверь, я так не думаю. А, по-моему, ты так и думаешь. Тим, нам надо прекратить это. Ты хочешь это испытать? Слышишь меня, Кэти? Ты... Нормально, я... Мы сказали Кэти, что он уехал по делам, так что... Да, конечно. Мне так жаль. Спасибо, что пришли сегодня! Так что напоминаю, встретимся снова на следующей неделе... Агент Хорген, это я, Дженнет Салливан. Кажется, я нашла мужчину из магазина.